Девочки, всем привет! Мы поехали по магазинчикам. Опять заколка какая-то ненормальная. Сейчас встали возле магазина, припарковались. Ну и стоим, что-то я смотрю, не обратила внимания. Мужик говорит: что это такое? А напротив нашей машины припаркована была машина и не поставлена на ручник. И она решила сама уехать. Она уехала сама. И миллиметры какие-то влупенилась по соседству в другую машину с нами. В задницу ей въехала. Чуть-чуть буквально от нашей. Я говорю: блин, как повезло. Ну, не знаю там. Я говорю: чья эта машина? Никто не знает. Ну, вызвали полицай. Мы не стали ждать, мы уехали. Смысл нам ждать? Нашу уже не зацепило. Стояли, потом дедушка выходит с той машины, в которую въехали, говорит: а что это? Мы говорим: мы не знаем, она сама поехала. Говорит: а что это такими голосами? Что, зарядил? А она решила сама. Ну, буквально вот так от нашей машины. Жесть просто. Я говорю: повезло, сейчас бы еще не хватало, блин, перед отъездом это вот разборки. Ну, сейчас дождется и разберутся. Так никто и не вышел, где хозяин той машины. Но тоже ни на скорость не поставил, ни на ручник не поставил вообще. Мне кажется, это должно вот до автоматизма быть. Даже никаких сомнений не должно. Ты когда встал, у тебя сразу же должно быть ручник. Во всяком случае, у меня так, не знаю. На автомате она должна, подсознательно уже рука находиться там и ручник поднять. Всякое же бывает. Оно кажется ровно-ровно. На самом деле машина решила покинуть место парковки своей и создать проблемы хозяину. И создать проблему. Вот такое хозяину. Это вот бывает. Девочки. Ой, съездила в магазин. Шампунь купила. Я сначала думала, это оригинал. Думаю, что-то дешево. Ойра 35, что ли. А оригинальный стоит там 4 с чем-то. Взяла. Какая разница? Оригинал, не оригинал. Там волосы как будто понимают, оригинал или нет. Маски взяла на всякий пожарный с собой. Девочки, покупаю всегда в Росмане лифчики. В Росмане беру всегда. Они такие хэбэшечка, хорошенькие. Всегда беру там. Больше всего мне нравится. Приятные к телу. Не знаю, сколько это, 13, раньше стоили 12 чем-то, сейчас 15. Вот так. Уже на сиськах надо экономить. Ну, это лезвие взял Сережа себе. Дезинфекцион. Надо же с собой. Зубную пасту взяли. Кстати, она тоже подорожала. 65 стала. Была. Ну, дешевле, короче, была. Не знаю. Зубные щетки, ватные диски, ушечистки, кремик взяла себе такой L'Oreal, кремик, потому что у меня заканчивается. Розовое вино взяла, бутылочку с собой, может быть, возьмем. Посмотрим. Такие конфетки взяла. Тоже с собой. Это мужское мыло. Это вот такие пачки взяла. Мыло заканчивалось. Уже надо вязать. Так, это что? А, это лак взяла такой. Чтобы... Ну, отличается от этого. Ну, да ладно. Это ребятенку витамины взяла, просил.
по 55 центов, что ли, они еще пока остались. Это себе за полочку взяла. Мыло. Мыло. Мужское, женское есть. Потом взяла в этот раз вот такое на травах настойку. Профилактические для сердца, для ритма, это все 5-10. Раньше я брала Доппельгерц. Оно тоже 10 евро стоит. А сегодня взяла вот этот попробовать. Его принимаешь 3 раза в день, короче. Это вот для сердца. Профилактическое, девочки. Уже надо делать профилактику. Не знаю, так Доппельгерц, он, конечно, вкуснее пьется. Этот не знаю. Сейчас попробуем, что нам стоит. Фу, блин. Ну, пахнет, конечно. А поскольку там было, по 20 миллилитров или сколько? Ну, как раз это парик. 3 раза в день, на девочки, ваше здоровье. Фу, блин. Доппельгерц. Приятнее пилось. Ох! Классический тоникум. Ну, что хотите, травки всякие. Ладно. Аллергии, если нет на травке, то можно принимать. У меня нет. У меня аллергии, слава богу, ни на что нет. У меня аллергия только на невкусную еду. А так у меня ни на что нет, девочки. Вроде стоит без алкоголя. Или это на той стояло без алкоголя? Потому что это что-то, я смотрю, мне начало греть. Я читала, вроде не видела, чтобы. Тут еще такой запах, потому что тут еще железо. А, поэтому я взяла, что там не было, а здесь железо. И витамины какие-то. Но не стоит здесь, что с... Или я слепая, девочки, не знаю. Ну, не вижу я слова алкоголь. А, нет, вижу. Вижу, бля. Как я смотрела? Где он тут? Enfield 15,5 алкоголь. Понимаете? Вроде смотрела без алкоголя. Думаю, что мне так тепло стало-то по желудку? Ну, ладно, тебе 20 миллилитриков, там ничего тебе от этого не будет. Ничего страшного. Блин. А я всегда беру без алкоголя, но не было другое. Посмотрим. Спать, может, лучше будет. Девочки, сейчас сидит вообще ни сном, ни духом. Я говорю, хотя бы мыльно-рыльные свои собирай, что ли. Сережа, нам маленький чемодан принести и вручную кладь, потому что опять начались проблемы. Ну, хотя бы трусишки твои туда запаковать. Не знаю, это мой чемодан, наверное, будет. Ой, вот честно, ну вот не хочу. Я хочу собирать чемодан, не хочу. Кого бы нанять? Нанять кого-то. Чемодан собирали. Короче, у нас дождь. Дождина. Дождина у нас идет. Заливает. Девочки, я бы с удовольствием отправила тому, кого нет дождя и просит. У меня не получается просто. Люди уже все чемоданы заправили. Вот. Одной рукой не справляюсь. Ты сидишь, не помогаешь. Что-то как будто маленький, что ли, чемодан. Ничего не маленький. Тебе отсек отдам еще один. Ну что, я трусов наложу уже пол чемодана. Ты
хотя не знала я. Ну, посмотрим. Пойду что-нибудь поищу. Что брать, что не брать. И вот этот еще. У нас темно, как в танке. Да, они, в принципе, одинаковые. Одинаковые. Видите, какая у нас осень. Льет и льет. Вообще кардинально меняется так резко. Вчера дождя не было, было тепло. А сегодня уже холодно, уже дождь. Это что такое вообще, такое непредсказуемое все, блин. Как правительство Германии прям. Это погода. Девочки, собираю по чуть-чуть. Боже, позвонила та детеныш, позвонила, мне мозги выела, Артеме выела мозги, теперь Сереже выедает. Я говорю, у нее, наверное, Вальдик будет это, часы брать лишние на работе, чтобы домой. Она вот уже троим нам выела мозг. Это вообще... Ей, видишь ли, скучно, она нас развлекает. Николя, Николя, майн кот. И главное, телефон у меня замкнул, я его отключить не могу. Этот, собираю чемоданы, вид еще тот. Отключить не могу, пока она не отключит, он не отключается. Но она и пользуется моментом. Господи. Артема, святой человек, верующий. Он стал материться. Он стал материться. Это кошмар. Сейчас уже этот, уже отец какой спокойный, спокойный же, он начинает материться. Как язык не болит? Как у тебя язык не болит? Боже! Просто. Это просто. Бардак развела с этими вещами. Услышал, выключай телефон, пожалуйста. Детеныш монстр. Монстр. Она, знаешь, она вампирша. Она нашей энергии, походу, это самое. Я подпитывается. На полпути приехала к нам со своим самокатом. Отец, главное, только лег спать, отдохнуть. Она разбудила, отвези ее домой. Видишь ли, она промокла. Так ты уже все равно мокрая ехала. Уже надо было полпути доехать. Очки надо было одеть. Очки. Какие очки? Откуда у меня очки? Боже, Николя, мы вот так долго будем на два дома жить? Ушла, значит, ушла. Ой, от вас дождешься, да-да. Вы поднесете кружку воды, да-да. Ты... Я буду умирать. Ты прежде чем воды мне принести, ты мне еще полтора часа по ушам проездишь. Что у тебя на работе было, что у тебя за работой было. Пока ты будешь трещать, я и скончаюсь без воды. Так и не дождусь. Сережа, как у нее язык-то не болит, а? Майнгод. Да, от вас дождешься. Угу. Сдадут нас в этот, в приют. Николя, Николя. Иди спать уже. Николя, ты еще можешь бабе Шуре позвонить успеть. Ты там можешь наговориться. Часа 2-3 можешь. Может, тебя там выслушают. Второй час уже по ушам ездит.
Ой, девочки, у нас как лило, так и льет. Ну, так, давай, что у меня есть? А, у меня нету времени, хотела волосы покрасить. Ладно, уже приду после работы. Сделаю это. Все, Николь, давай на работу. А вы говорите. Я знаю все про всех. Мне даже из дому не надо выходить. Я знаю все про всех. Каким пациентам она ездит, какие эти пациенты, чё? Чё ты не отключаешь? Как я отключу его? Николя, коза, отключайся. Нет. Отключайся, я не могу телефон отключить. Что это вот такое сделало с телефоном? А, все, могу. Все, давай, пока. Все, отключила. Ой, завтра опять прибежит. Куда? Что-нибудь отвези, привези. Нет, завтра я на работе буду. Вот, девочки, вот так и живем. Нету продыху. Всегда веселье. Веселимся. Типа порядок себя привести, лазила. Пол чемодана запаковала. Пока надо... Вот это ненавижу их носки сортировать. Ненавижу. Говорю, иди сортируй свои носки. Давай психовать. Давай их все повыкидываем, новые купим. Сейчас время не то, чтобы новые покупать. Сейчас уже надо это, штопать. Ой, жизнь Бекова. Все, пошла Алена. Пока.